heaven on earth. Твердыня рушится. Никогда не будь, а сейчас. Библия говорит, что иго будет разрушено благодаря помазанию. Когда хвала возносится, небеса спускаются. Прославьте Бога, даже если вы впервые здесь. Поаплодируйте сегодня Иисусу. Аллилуйя. Я рад видеть всех вас в церкви. Аминь. А тем, кто смотрит нас по телевизору, мы хотим сказать, что здесь еще много мест. Приходите безопасно и ответственно. Следующий год будет удивительным. Это будет год невероятного прорыва. Я приветствую тысячи людей в Блумфонтейне. Я рад видеть, что люди возвращаются в церковь. Мы благодарны Богу за выбор. У нас свой выбор, и мы выбираем идти в церковь без ссор. В любом случае, мы на стороне победителей. Ведь так? Мы прочитали Библию до конца, и там сказано, что мы победим. Мы не пытаемся победить, а уже имеем победу. Я приветствую Блумфонтейн. Север, юг, Йоханнесбург, приготовьтесь. Ист Лондон, Белкум, исправительные учреждения. Давайте все вместе поприветствуем тех, кто смотрит нас в исправительных учреждениях по всей Африке. Это настоящее чудо. Мы также приветствуем наших зрителей на ТБН. Для меня честь наставлять вас во время пандемии. Я люблю всех вас. Также нас смотрят на One Gospel, Praise TV. Мы надеемся увидеть вас в наших церквях в ближайшем будущем. Также мы рады всем, кто смотрит нас на Фейсбуке, Ютубе, CRC Online и слушает на радио. Мы выходим в эфир в России. Молитесь о нашей евангелизации, которая пройдет в следующем году в Волгограде. Также нас смотрят Израиль, Америка, Европа, Индия, Пакистан, Китай, Африка. Сегодня мы обращаемся к огромной аудитории. Библия говорит, пусть все дышащее славит Господа. Мы здесь не для того, чтобы болтаться, а чтобы захватывать. Надеюсь, я обращаюсь сегодня к узникам ожиданий, а не к узникам пандемии. Если вы верите, что ваши лучшие дни впереди, тогда давайте. Доктор, юрист, дантист, инженер и домохозяйка, студент. Если вы верите, что ваши лучшие дни впереди, то прославьте Его во имя Иисуса. Притча 13:12. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердцем, а исполнившееся желание, как древо жизни. В переводе Passion это место звучит так. Там, где кажется, что мечты, надежды постоянно тянутся, мы уже 22 месяца в пандемии. Задержка может быть гнетущей. Сколько людей здесь переживали это? Нет, не поднимайте рук, просто прикидывайтесь. Натяните улыбку на маску, потому что все будет хорошо. Бог прикрывает вас. Ваше будущее в Его руках. Он не бросил вас. Но когда мечта наконец-то сбывается, сладость жизни удовлетворяет вашу душу. Я верю, что то, что невозможно сегодня, завтра станет, вероятно, чудом. Я верю, что ваши величайшие провалы в жизни могут стать величайшим возвращением во имя Иисуса. То, что сатана использует во вред вам, Бог использует вам на благо. Бог формирует ваше будущее и отменяет ваше прошлое. Можете сказать «Аминь» во имя Иисуса. Сегодняшнее разочарование может стать божественным назначением завтра. Сегодняшняя атака против вас может стать завтрашним повышением для вас. Каждый раз, когда Бог желает поднять вас на новый уровень, вам нужно победить очередного беса. Вот почему вы не должны доставать белый платок и просить о перемирии с сатаной. Мы уходим на пенсию лишь после смерти. Это я подшучиваю.
над некоторыми зрелыми гражданами. Я уже не могу называть вас старыми, потому что 60 — это средний возраст. Сказано, чтобы молодые вдовицы выходили замуж. Это те, которым меньше 60. Да, вы не ослышались, именно так. Не 50, не 40, а 60 лет. Если вам меньше этого возраста, Библия называет вас молодыми. Я знаю, что вы хотите поехать на пляж, провести романтический ужин. Я хорошо вас знаю. Мы не можем уйти на пенсию. Я говорю, мы не можем уйти на пенсию. Ведь в тот день, когда мы уходим на пенсию, мы теряем видение и погибаем. Мы должны быть решительными. Сегодняшняя трагедия может стать завтрашним триумфом. Я сказал, может стать. Сегодняшняя тюрьма может быть подготовкой к дворцу, который Бог задумал для вас в будущем. Вы в хорошем месте. А вот что я хочу сказать. Где бы вы ни были, вы можете быть в долине, на вершине. Это не имеет значения. Важно то, кто с вами. Библия говорит, если Бог за нас, кто против нас. Не имеет значения, с чем вы столкнулись. Важно то, с кем вы, когда столкнулись с этим. Я хочу сказать, что из одного верующего Бог может сделать большинство. Когда Бог на вашей стороне, вы выйдете в победе на другой стороне, вы будете сильнее. Если верите в это, то воскликните «Аминь» и прославьте Господа. Я хочу прочитать вам вторую книгу Царств, 5 главу, 17 стих. Библия говорит, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. Подчеркните это, запишите это. Крепость. Он знал, куда бежать. Он побежал к Богу, а не от Него. У нас также есть крепость. Это Иисус Христос. Он — крепкое основание, столб и убежище. Он — наш Бог, глава нашего спасения. Он — наш Избавитель, наша крепкая башня, наш краеугольный камень. У нас, верующих, есть твердое основание во имя Иисуса. Это крепость. Вы должны знать, куда отступать. Я скажу так, вы должны знать, кому отступать в трудные времена, когда враг атакует вас. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против врагов, предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». Скажите, «Предам». Ведь когда Бог вступает в игру, сомнение покидает ее. Вы можете повторить это? «Предам». Нет, нет, не так. «Вас здесь гораздо больше». Скажите, «Предам». И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа. И он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, вы должны проснуться, вы должны двигаться вперед». Двигайтесь быстро, скажите это друг другу, двигайся. А что же означает вот это вот движение? Это в Боге. В Боге. Движение — это когда мы живем по-настоящему. Только в Нем. Вы должны жить в Боге постоянно, каждый день. Когда Бог устраивает ваше избавление, вы должны быть готовы. Вы должны быть готовы действовать. Часто разница между успехом и неудачей зависит от ваших действий в нужное время.
Мы говорим о том, что Бог устраивает прорыв для вас в 22-м году. А вот почему. Когда вопрос касается избавления, мы должны понимать, что есть Божья часть и человеческая часть. Все хотят чудес, и Бог творит чудеса. Но чтобы пройти через долину, победить врагов, вам нужно не просто чудо. Вам нужна крепость, ум Божий, стратегия и действие на основании Слова Божьего. Вам нужен прорыв во имя Иисуса. Бог говорит, «И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда, не до того, а тогда, пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, сделал, как сказал ему Господь. Одно дело — иметь планы, совсем другое — выполнить план Божий. Одно дело — знать, что говорит Библия, а другое — исполнять ее. Аминь. Одно дело — знать, что делать, и совсем другое — делать это. В начале года многие говорят, «В этом году я пойду в зал и приведу себя в форму». Мы все знаем, что делать, но недостаточно знать. Мы должны действовать, исполнять возможное. Мы должны выходить за рамки чувств, ограничений, депрессии, всякого страха, любой тревоги. Мы должны действовать на основании того слова, что Бог имеет для нас. Итак, наш сегодняшний стих. «И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим». Я хочу поговорить сегодня о Ваал-Перациме. Слово «Ваал» означает «господин» или «хозяин». «Перацим» означает «прорыв». Точнее, в оригинале там стоит «прорывы» во множественном числе. Буквально «Ваал-Перацим» означает «прорыв», то есть как «прорыв воды». Помните, как вода полилась из камня и принесла жизнь? В ваше сухое место придет жизнь, избавление придет в вашу тюрьму, Бог будет двигаться, Он придет в вашу долину. Он Господь прорыва. Точнее, Он Бог многих прорывов, потому что в оригинале сказано, Он Бог, который устраивает. Он архитектор, создатель ваших прорывов. Посмотрите на спасение. Библия говорит, что если бы князья этого мира знали, то не распяли бы Господина славы. То, что сатана считал своим триумфом, когда Сын Божий оказался на кресте, на самом деле было победой Бога над дьяволом. Я хочу, чтобы вы знали, что враг придет к вам одним путем, а Бог изгонит его семью путями во имя Иисуса Христа. И Бог обратит вашу тьму во свет, Бог обратит вашу грусть в радость, Бог обратит вашу пустыню в плодоносную землю. Верьте, что Бог даст вам прорыв. Я провозглашаю сегодня, 2022 год будет годом многих прорывов во имя Иисуса. Я хочу сказать вам сегодня, что у Бога есть прорыв для вас. У Него есть прорыв. Я говорю это. У Бога есть прорыв для вас. Пастор, у меня было много прорывов. Бог устраивает все прорывы, и первый, и второй, и третий, и четвертый, и тридцатый. Он источник, Он есть мудрость, Он дает стратегию. Многие люди, жаждя прорыва, бегут куда угодно, только не в настоящую крепость. Они обращаются к кому угодно, только не к источнику мудрости. 22-й Псалом говорит, «Господь, пастырь мой, и пока я следую за Ним, Он ведет меня через долину». Он не говорит, «Я разобью лагерь в долине». Он говорит, «Я проведу тебя». А что делал Давид, когда приходил враг? Он бежал в крепость. И что же он получал? Стратегию. Когда вмешивается Божья мудрость,
За ней практически всегда следует стратегическое мышление. Я повторю это еще раз, потому что люди все делают духовным. Когда приходит Божья мудрость, она всегда дает стратегию, план действий. Что мне нужно сделать? Бог говорит, я искал человека. Когда Бог хотел избавить Израиля, ему нужно было найти человека, чтобы Бог изменил вашу ситуацию. Ему нужно ваше сотрудничество. Ему нужно, чтобы вы были с Ним. Ему нужно, чтобы у вас был здравый ум. Ему нужно, чтобы вы следовали Его стратегии. Я верю, что Бог желает направить вас к божественному прорыву и победе. Я верю, что у Бога есть божественный прорыв для каждого Его ребенка во время пандемии и после нее. Вы, надеюсь, в это верите, да? Я верю, что у Бога есть план, как привести вас в лучшее место в жизни. Бог будет использовать и эту пандемию тоже, чтобы поднять вас на орбиту. В бизнесе, в служении, во всех сферах жизни. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте Господа. Люди говорят с нами о том, как воспитывать детей. Мы также воспитывали детей. Да, даже мои дети не были ангелами. Сейчас они похожи на ангелов, но они не были такими. Аллилуйя! Они также были подростками, как и ваши дети. Мне также приходилось использовать розгу любви, наставлять их, забирать у них мобильные телефоны. Мне нужна была стратегия, чтобы воспитать детей, изгнать бунт из их сердец и при этом сохранить в них слово. Я люблю их так сильно, что нашел Божью стратегию. И для каждого из них стратегия была разной. Я говорю о том, что Божья мудрость практична. Ну вот, например, Шанель, если она знала, что ее ждет наказание, сейчас это называют некорректным поведением, но тогда все было иначе. А ведь так, я также буду благословлять своих внуков, но осторожно. Если Шанель узнавала о том, что ее ожидало наказание, она сразу же становилась шелковой. А Анжелика вот была упрямой. Ты мог отшлепать ее, простите, не то слово. Ты мог возложить на нее руки, но это не помогало. Мне была нужна другая стратегия. А какая? Она должна была переписывать книгу притчей вновь и вновь. Я говорил ей, тебе нужна мудрость. Ты будешь переписывать книгу притчей. Она смотрит нас по телевизору, потому что плохо себя чувствует сегодня. Мы всегда молились с ними перед сном, являли им любовь. Говорили каждый день, что они прекрасные. Мы целовали и обнимали их. Но время от времени к ним все равно приходили глупые идеи. Я помню, как как-то раз наказал Анжелику. Она сидела в комнате и переписывала притчи. А это ведь большая книга, и она должна была переписывать ее не один, а 7 раз. Это число совершенства. Всю книгу. И вот она была на 7 главе. Она переписывала первый стих целых 7 раз. А затем взяла и порвала листок. Я сказал, хорошо, переделай. Ты не пропустишь это испытание, давай переделывай. И знаете, что случилось? Она стала мудрой девушкой. Даже сегодня она мудрая. Мне нужно было найти стратегию. Давид, моя младшая версия, с сильной личностью. Когда мир пытался захватить его, я сказал, «Дэви, ты увидишь другую сторону своего отца, ту сторону, которую не видел ранее. Я буду бороться с тобой, с твоими друзьями, их родителями, потому что я люблю тебя. Я не позволю миру захватить тебя. Я буду бороться со всеми бесами и людьми». Так оно и было. 3 месяца шла эта война. 3 месяца — настоящая война. Каким бы любящим я ни был, я сказал своему сыну, «Ты будешь во мне отца, которого не хотел бы видеть».
Теперь только ты и я. И 3 месяца я не давал ему спуску вообще. Он увидел другую сторону отца. Все потому, что я люблю его. Никакой бес не возьмет тебя. Никакой мир. Ты не пойдешь по пути, по которому пошел когда-то я. А это была глупость с моей стороны. Тебе же нужно исправиться. Богу пришлось останавливать меня. А этого с тобою не будет. Я буду бороться со всем миром, потому что люблю тебя. Мне нужна была другая стратегия. Надеюсь, я не вгоняю тебя в краску. Дорогой мой Давид, в любом случае мы пошли в сад, и я обнял его там. Тогда Давид упал на колени и начал плакать. Он сказал: «Пап, я не знаю, что случилось со мною». Я знал. Это грех, бунт, сатана. Пытались войти и украсть его. Я не собирался стоять, как те слабые родители, которые просто смотрят на то, как дьявол ворует их детей. Я принял волевое решение. Никакой бес не захватит его. Я вышел из мира, и ты не обманешь меня. Я буду бороться за тебя. Ты не будешь курить марихуану, не будешь шляться по клубам. Я найду тебя в клубе и надаю всем твоим друзьям. Да, как пастор, я сниму себя с должности в пятницу, а воскресенье назначу снова. Я говорю о том, что Божья мудрость практична. Давид должен был приходить на поле битвы, слушать совет Божий, слышать Бога. И кроме этого, Давид должен был смело действовать в этом бою. Бог сказал ему: «Я буду с тобою, не сомневайся». Так в чем же ключ к его успеху? Давид спрашивал, «О, мне это нравится». Каждый раз, когда Давид оказывался в плохом месте, каждый раз, когда он отдалялся от Бога, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья. Как орлы поднимут крылья, они потекут и не устанут. Они пойдут и не утомятся. Они получат сверхъестественную мудрость и силу. Давид знал, что Бог его сила даже в Сикелаге. В то время как все лежали и плакали, обращались против него. Что же сделал Давид в это время? Все очень просто. Он укрепился в Господе. Вот где была его истинная сила. И тогда он поднялся с земли. Некоторым из вас нужно подняться от трагедии, от неудачи, от депрессии и вернуться к Богу, во дворы Божии. И тогда Дух Божий придет и наполнит вас. Бог укрепит вас во внутреннем человеке во имя Иисуса Христа. Бог даст вам мудрость и стратегию. Вам нужна сила для битвы. Чтобы вернуть утерянное, вы должны прийти на поле битвы. Вы должны собраться. Недостаточно просто говорить. Вам нужно взяться за дело. Вы должны разобраться с негативом. Вы должны пережить предательство и потери в бизнесе. Не нужно думать, что это конец, что надежды нет. Приближайтесь к Господу. 90-й Псалом. «Он ваше прибежище и ваша крепость, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, независимо от того, с чем я сталкиваюсь. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей во мраке. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, потому что ты, Боже, мое прибежище, любовь моей жизни, моя скала и крепость. Дитя Божие, вы боретесь из положения победы. Вы стоите во Христе, как Он стоял за вас когда-то, 2000 лет тому назад, в то время,
как остальные падают. Это ваше время для того, чтобы подняться, в то время как остальные настроены негативно. Это ваше время быть позитивными, облечься в одежды хвалы, в то время как остальные хотят сбежать из ЮАР. Это ваше время для того, чтобы купить лучшие земли, в то время как миром управляет дух страха, вами управляет дух силы, любви и здравого ума. Воскликните «Аллилуйя» на это. Бог поведет вас силой Духа Святого. Он наставит вас на всякую истину. О, аллилуйя! Так говорит Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Он господин вашего прорыва, Господь, а не сатана. Сатана побежден, и хватит говорить обо всяких там обстоятельствах. Что вы делаете в этих обстоятельствах? Вы воскресли со Христом, посажены одесную, выше всех начальств и властей. Вы посажены во Христе, во Христе вы обрели эту победу. Во Христе вы парите, как орел, над бурями и обстоятельствами. Орлы используют бурю, чтобы подняться выше над этой бурей. Пора расправить свои крылья, хватит махать ими, как индюшка. Настало время избавиться от тревог, говорить о вчерашнем. Расправьте свои крылья в присутствии Божьем, чтобы сила Духа Святого подняла вас над бурей и изменила ваш взгляд. Настало время взглянуть на все с точки зрения Бога. И когда вы вернетесь на землю, вы начнете действовать на основании Божьей стратегии. Без сомнений, с уверенностью, вы вернете все. Мы действительно сделаем это как служение в следующем году. Мы увидим столько спасенных, как никогда ранее. И пусть уже долгое время дьявол обманывал всех людей на этой земле, но мы понесем не убытки, а приобретение. Мы увидим стадионы спасенных. Будем строить новые здания, ведь так, Серси? Мы настроены попирать ад и наполнять небеса. Так что можете сказать на это «Аминь» во имя Иисуса. Я ощущаю Духа Святого. Когда враг приходит как потоп, Дух Господень поднимет знамя против него. Он открыл скалу, и вода полилась. Сатана не может остановить воду и силу Духа Святого. Сухие места превратятся в оазисы жизни во имя Иисуса. Книга Захарии, 4 глава, 6 стих. «Не воинством и не силою, но Духом Моим». Исаия, 10 глава, 27 стих. «Снимется с рамен твоих бремя». «Снимется, будет уничтожено, отменено силой Духа Святого во имя Иисуса». «Ваш ребенок придет в чувство во имя Иисуса». «Ваш партнер по бизнесу придет в чувство во имя Иисуса». «Вы не уберете Духа Святого из уравнения». «Ваша семья спасется благодаря божественной стратегии Господина избавления, Яхве. Он наш Царь и Спаситель, но Он не в хвосте, и поэтому мы не должны быть в хвосте. Он Господин избавления. Мы перегруппировываемся. Стратегия связана со временем. Когда мы собираем бизнесменов на эти встречи, то не называем это ретритами. Потому что ретрит на английском — это отступление. Мы называем наши встречи, наоборот, наступлением. Мы наступаем, а не проводим какие-то там ретриты. Мы должны идти вперед, мы не должны отступать. Мне не нравится слово «отступать». Не нравится, и все тут. Мне не нравится слово «проблема». Его нет в моем словаре. Мне не нравится слово «снизу». О, я снизу. Мы видим это, мы можем изменить это. Вот что должен говорить пастор. Мы можем изменить это. Мы можем создать в вас правильный климат Духом Святым.
Я провозглашаю божественный прорыв, как ваш пастор. Если вы член CRC, я провозглашаю божественный прорыв для вас в 2022 году. Я провозглашаю, что Бог отверз скалу. По слову Его, воды уже текут. Вы должны окунуться в реку присутствия Божьего. И есть всего три вещи, о которых я расскажу в ближайшие 5 часов. Вы проголодались, ведь давно не были здесь. Три вещи для прорыва. Проголодались, да? Аминь. И первое — это вопрос. Я стараюсь выражаться как можно яснее. Вы должны узнать Божий замысел. Слышится, да? Если вы доктор, к примеру, у нас есть много юридических советников, адвокатов. Я всегда говорю людям, да, мы должны учиться, нам нужны знания. Но есть огромная разница между знанием и мудростью. Один из членов нашей церкви, чудесный хирург из Блумфонтейна, как-то позвонил мне. «Пастор, я не понимаю, что происходит. Двое человек умерло после простых операций. Он был подавлен». Я сказал, «Я не знаю, я не доктор. Я умею пользоваться Гуглом, как и все вы, но это не делает меня доктором. У всех разные тела, не так ли? Голова у всех на одном месте, но не у всех вены идут одинаково. Он сделал операцию, а потом возникли осложнения, и люди умерли. После этого я говорю докторам, следуй своей интуиции, хоть ты и мастер в своем деле». Помазание нужно не только для того, чтобы кричать в церкви в воскресенье. Помазание дается Богом, чтобы направить тебя к успеху, к истинному успеху. И как адвокат, защищающий клиента, ты можешь внезапно понять что-то. Но как? Через слово мудрости или знания? Они приходят от Духа Святого? Они нужны верующим, которые приносят пользу другим? Кто-то придет и скажет, «У меня болит вот тут и вот там». Вы смотрите на свою схему и думаете, «Это похоже вот на это». Но потом внутри вы понимаете, «А нет, откуда вы это знаете?» Благодаря Духу Святому. Вы полагаетесь на Духа Святого. Первое послание Иоанна, 2 глава. «Откройте и почитайте». Библия говорит, что у нас есть помазание, и мы знаем все. Это касается вашей профессии, вашей судьбы, вашей работы. Вы просто знаете. Иногда вы садитесь с людьми и понимаете, кто-то предлагает вам сделку столетия. Вы уже готовы подписать бумаги, но что-то внутри говорит «О, нет». А после того, как вы подписываете и получаете множество проблем, вы думаете «Боже мой!» «Мне стоило прислушаться к тебе. Хватит жить категориями прошлого. Мы должны прислушиваться, полагаться на чутье, на Духа Святого, который живет внутри нас. Иисус послал Его, чтобы Он жил в нас и помогал нам. Вы знаете, я должен засвидетельствовать этому человеку, помолиться за него, благословить его, позаботиться вот о том ребенке. Мы не можем жить в разрыве от Бога, от Духа Святого, ведь тогда у нас будут настоящие проблемы. Как-то мы поехали в отпуск, и среди ночи я проснулся, осознавая, что дьявол хочет убить моего ребенка. Я знал это так, как и то, что стою сейчас здесь. Я просто знал, я не драматизирую. Я это знал. Я ощутил бремя, которого не мог объяснить. Я начал молиться. Неретта начала молиться. Я молился 2 часа до 5 утра. Я знал, как дьявол попытается убить моего ребенка. Я молился, молился и молился, пока не ощутил Божью руку. Тогда мы пошли в комнату детей и начали молиться там. Они спрашивали, что такое? Что случилось? Папа, мама, что происходит? Расскажите нам. Бог дал нам это бремя. Я знал это. Если бы мы не отреагировали на это, что бы произошло, сколько всего можно было предотвратить, если бы мы были чувствительны к Духу Святому, Дух человека. Это свеча Господа. Вот как говорит Бог.
Если вы не читаете Библию, не молитесь на языках, вы не будете чувствительны к духовному человеку. Вы должны читать Библию, потому что она питает вашего духовного человека. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Ваш духовный человек должен быть настроен на Духа Святого. Библия говорит, что соединяющийся с Господом становится единым с Ним в Духе. Дух Божий свидетельствует моему Духу, что я дитя Божие. Бог постоянно говорит с нами. Это реальность. Слушаем ли мы? Мы слушаем или нет? Или мы так зациклены на этом мире, что упускаем всякое сверхъестественное? Посмотрите на Давида. Он получил первую победу. Он мог решить грех, предположение, предвосхищение воли Божьей. Это главная причина падений. Ты знаешь, что должен сделать что-то, но нужно подождать, пока не наступит нужное время. Вам нужно спрашивать. Вам нужна стратегия. Стратегия связана с временем. Библия говорит в послании Иакова, что, проходя через трудности и скорби, что мы должны делать? Помните? Молиться о мудрости. А почему? Почему именно о мудрости? Не задумывались, нет? Мудрость — это способность применять знания правильно. Притча 4 глава говорит, что мудрость — это ключевая вещь. Вы не выберетесь из своей ситуации без мудрости. Я не говорю о человеческой мудрости. Я не говорю о мудрости, которую дают в университете. Мы говорим о Божьей мудрости. Божья мудрость поднимет вас на новый уровень. Она устроит для вас прорыв. Христос — источник вашей мудрости. Мы не можем жить без Иисуса. Мы не получим прорыва, убирая Иисуса из уравнения. А вы хотите тот прорыв, который Бог приготовил для вас? Тогда вам нужно знать, как отступать. Единственное место, куда вы можете отступить, это во славу Господню. Там вы обретаете силу, восстанавливаетесь, принимаете ум Божий, и вы выходите из этого в силе, как лев, который должен подвязаться добрым подвигом веры. Вы должны выйти, твердо стоя на ногах во имя Иисуса. Вы должны выйти и сказать: «Все могу в укрепляющем меня Христе. Я готов ко встрече с Голиафом, потому что услышал голос Господа Бога моего и победил врага». Вот тот прорыв, который Бог готовит для вас. Но все начинается с вопроса, все начинается с Него. С Иисуса жизнь, свет, истинный. Библия говорит, что в нем была жизнь, и эта жизнь стала светом человеков. Возможно, вы смотрите нас, но никогда не отдавали своей жизни Иисусу. Библия говорит, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А принявшим Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Об этом говорится в первом послании Иоанна. Вы можете сделать это сегодня, прийти к Нему, отдать свою жизнь Иисусу. Без Него нет будущего. И когда мы покинем этот мир, что ждет нас на другой стороне без Него? Готовы ли вы сегодня отдать Ему свою жизнь? Повторите со мной эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе и принимаю Тебя как Господа и Спасителя. Спасибо, что Ты любишь меня во имя Иисуса».